Бонжорно, опять я вышла в эфир, и сейчас я готовлю обед. Но так мне сегодня захотелось вам рассказать все то, что я готовлю, и что я вообще делаю в течение дня. Вот так мне захотелось. Я уже переоделась, так, живот закрыли. Я сейчас буду делать пешу с пада. Так, Рамина у меня делает салат. Я показываю вот это. Но она не любит сниматься, поэтому вот эта Рамина делает салат. Какие ингредиенты? Берем помидоры. Помидорчики. Слушаем музыку и наслаждаемся. Помидоры я делаю много, беру где-то полкилограмма, даже больше. Ну, так мне нравится. Так что, Рамина, ты будешь пешу с пада? Ну, хорошо. Это я оставлю. Рамина не будет. Так, ставлю я кастрюлю. Так, я делаю на 2 порции. Муж пошел за вином. Рекомендую такую сковороду вот такого вот размера. Так, ставлю. Греется так. Опс. Греется. Так. И я немножко разверну вот сюда. Да? Видно? Ну ладно. Смотрите лучше на меня. Что тут делаю? Это будет секрет. Оливковое масло. Кстати, оливковое масло я возьму вот это вот. Рамина использовала полбутылки оливкового масла. Ну ты чего, это пить не надо. А ты на что? Хитрая такая. Это вот масло оливковое, очень хорошее из компании, поэтому я только пью. Ну вот еще вот мы купили хорошее оливковое масло. Вот оно. Вот. Угу. Вот сюда. Короче. Ну, Рамина, любительница сделать косяки. Помидорки режу на 2 части. Я готовлю на 2 порции.
еще подготовьте ингредиенты. Мята, рыбка. Это пеша спада. Я ее покупаю уже кусочками, она у меня. Вчера Рамина сделала вот такой вот, кстати, интересно, лимон, мята. Мяты много полезло. Опс. Да? Конечно, хорошо готовить и свежие, но так как жарко, я много не поезжу в эти рыбные магазины, то я, конечно, покупаю и замораживаю на 3 раза. Не хочу же рыбу в эти магазины. Я беру макароны интеграли. Thank you.
Мне даже само будет интересно посмотреть, как я тут готовлю. Эти помидорочки я так вот немножко помяла, чтобы они побыстрее ужарились. Паста готовится где-то 15-20 минут. Уж думаю, белое вино. Рамина сделает сервировочку. Я без музыки вообще не могу жить. Мы быстренько пообедаем, после обеда мы едем на море, потом встречаться с друзьями. И это будет один день с Аленой Камиловой. Сегодня. Вино! Где мое вино? Так, надо помыть. Немножко соки. Где моя соль? Много Я сейчас так вот наклоню и покажу. Вот. Оно где-то так вот готовится, буду переходить. Угу. Так. Угу. Буду показывать вам. Так, что я хотела? Конечно, из приправ я люблю базилик, орегано, базилик. Это значит, я включаю. Открываю пасту. Пьем воду. Сделаем много мяты. Много. Вино.
там-то... Но, per me è importante apri per pasta. Открываем вино. Так, мне надо сейчас быстренько открыть вино беленькое. Я, честно говоря, люблю красное вино. Это такое количество вина, я в пасту. Можешь включить вино в руку. Я в морозилку положу вино. Это я положу в морозилку. Вот, паста уже готовится в вине. Угу. Макароны. Две порции я беру вот такое количество воды. Я думаю, что Рамина тоже захочет, то есть она говорит, что сейчас нет. Так, показываю вам. Да, вот так готовится паста. Вот они, ингредиенты. И вот макароны. Так, я показала. Amore, io non ho molto pasta, va bene? Ma io sì, però. Ma perché tu sì? Piano piano. Un bicchiere di frigorifero. Perché? E questo vino bianco. Non è caldo, c'è no? No, sì. Так, засекаю время. Паста готовится так. Сейчас 13:50, 13:50-10, она уже должна быть готова. 9 минут. Смотрите. 2 минутки пасты я готовлю в кастрюле. Отвариваю. 2 минутки. Сейчас открываю бутылочку вина красного. Ну, я люблю красное вино. Вот так я люблю. Thank you.
вообще. Непонятно, что это делается. Конечно, видно, что я сразу не умею открываться. Это не моя стезя. Ну, вроде получается хорошо. Короче, я такой открывающий. Водичкой чуть-чуть добавляю в пасту. И потом, как 2 минуты я поварила, я эти макароны отправляю вот, вот сюда. Так, сейчас я вам сюда покажу. Вот, видите, макароны. Они 2 минутки поварились, и я их вот сюда. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Очень вкусная паста, вообще я ее очень люблю. Паста Контеша Спада. Немножко водички сюда. Угу. Сейчас я вот тут переключу. Видите? Вот в такой водичке будет она доготавливаться. Своих 7 минут. Мне просто нужно помешивать. И вот как бы во время готовки паста как бы впитывает в себя вот эту вот вкусняшку. Ну, как бы мне нравится. Кстати, вот когда я покупаю там рыбу или мясо, продавцы рекомендуют вкусные рецепты. Я пробую. Вот, я вам показываю. А это я. Ну, потом все к столу вместе с нами, с бокальчиком вина. Да, во время готовки я, конечно, люблю прибрать кухню. Ну, то есть, люблю чистую кухню. Вот я сейчас сразу, пока она готовится, я сейчас сразу немножко свой бардачок разбираю. Я его разбираю. Я, конечно, вино очень люблю. Розовое. Пью всего лишь 3 глотка. 3 глотка. Вкусно. Пасту постепенно-постепенно помешиваем. Помешиваете. Я, конечно, маловато готовлю, но ладно. Мы же на пляж едем. Еще есть салат. Так, ну что у нас тут?
Нечего много кушать. Рабочее место в порядок. Опс. Закрыли. Раскладываю все по местам. Люблю порядок, честно сказать. Все, привели кухню в порядок, и к этому времени уже паста на максимально готова. Сейчас я буду пробовать. Ну и все, собственно, и все. Смотрим по времени. Да, вот еще одна минутка. Поставлю на более большой огонь. Вы что за любители сунуться со своей рекламой? Непонятно какой. Паста уже максимально готова, но у нас будет с водичкой по какой-то причине. Немножко не такая, как я хотела, но ладно. Так, смотрите, как она проверяется. Видите, она еще не готова. Вот я отрываю кусочек, смотрю, что она еще не готова. Она еще не готова, потому что там еще затвердела.
Раминушка, ты пасту будешь чуть-чуть? Рамина отказалась. Марию повезло. Он будет есть тройную порцию. Я что-то не совсем голодная. Рамина, может чуть-чуть? Категорически против. Она перешла на салатики. Да, кстати, я рекомендую в жару кушать чуть-чуть, потому что немножко метаболизм по-другому работает. Значит, запомнили ингредиенты. Белое вино, помидорки маленькие, потому что они сладенькие, ну и паста такая получается классная. Пеша спада, рыба спада, мята. Ну и макароны сразу отвариваете в кастрюльке 2 минутки. И 7 минуток здесь. Ну, как бы пробовать. Я люблю пасту, чтобы она была немножко недоварена. Ну, чтобы она как бы хрустела на зубах. Я так люблю. Так. Сейчас я вам покажу шедевр. Вот она уже почти готова. Я ее уже выключаю. И переворачиваемся. Вот это вот наш стол. Обед. Ну вот я захотела красное вино. Муж белое вино. Вот будет Рамина кушать салатик. Походу вот с этим хлебушком. Вот это Рамина. Опс. Мы его переносим Рамине. И вот такая вот нарезочка. Теперь опять я. И я так вот поставлю и покажу, как я буду кушать пасту. Муха. А. Это вот такая вот нарезочка. А, вот такие вещи я не кушаю. Паста. Муха. Муха. Кыш отсюда. Кыш отсюда. А, все. Аноре оставила. Отдавала. Снимать еще? Ну, ты можешь прийти и заслонить. Я заслоню. Все. В трусах ходит, боится. Амор отдавала. Вот паста. Паста. Я ее уже вот... Обычно я, конечно, не здесь накладываю. Сразу мужчине. Маручу отамала. Ну, вот видите, я продемонстрировала завтрак, обед. Но ужин у нас будет вне, потому что встречаемся с друзьями. Муха. Ну проходи, проходи. Чего ты, Маруся? Прего. Бонис. Вот приправка. Так, я уже свою выключаю музыку, потому что... Время, может, еще покушаешь? Ну, я как все мамы, говорю, покушай, 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 покушай. Покушай, покушай. Себе чуть-чуть, ну я там зерки побольше. Чуть-чуть. Какая ты стойкая девушка. Хотя с той женщиной, ты еще надо не женщина. Как-то.
Я, конечно, хотела пошутить, но думаю, не буду вершить этим в экран. Да, на весь мир. Бон аппетит. А где вещи? Отказывающие. Религиозные. Религиозные? Религиозные. Как все запущено. Как запущено. Все-таки это... тонкости такие же никому не нужны. Completo per la partita di domani, oltre a Di Mariano è probabile che non possano scendere in campo anche Sturaz, Aurelio e Vaxion должна быть мера. Это вот моя порция. Ha svolto una seduta in palestra in campo, sono andati soltanto i portieri. No, Mario, arrivato il giovane del Vicenza, costato un milione fino al 2028, lui dice e sarà la palla, il secondo di Mirko Salati. Муха! Ma che tu non copiamo? Come è successo negli ultimi giorni con l'ingresso dello stadio e piccolo sabato c'era una città e vino mio, mia. Non siamo. Amore, come passa? Non mi piace? No, no. Ma non mi piace che io posso spuntare? No, non mi piace che ti dici che sto con sila? Vinco da me. Anche qui si segue il caso. Già, mi sono innassato. Nelle ultime ore, per quanto riguarda la Serie B. Amore, cin cin. Не, дайте хоть носы поверну, а то подумайте, что я такой большой. Бон аппетит! I motivi nel calcio italiano sono pieni di misteri, di autus e di cose che i tifosi non riescono sempre. Buono pasta, vero? Per quanto riguarda il calcio mercato, ex rosanero sono sempre in discussione per quanto riguarda il centrocampo, è possibile, ma non certo, che questa settimana possa portare qualche novità in entrata e anche in uscita, l'abbiamo detto ribadito tante volte, Danilo e Bruno sono i nomi più importanti per quanto riguarda possibili cessioni. Grazie per essere arrivato l'amico di Ronzoni. Iniziamo con il migliore dei modi in questo torneo di King Wenzheng, la cinese per Paesere 1-2 ha battuto all'esordio Sara Errani, campionessa al Palo nel 2008 e nel 2012 con un doppio 6-0 in 58 minuti. Zeng tra le favorite per il gioco finale, per Errani il torneo non finisce perché c'è il doppio in coppia con Zalmine Poli, Camilla Rosatello e Giulia Brancaccio hanno entrato il primo turno del torneo. Капеша Бон. Залезла в тарелку. Ну все, мои дорогие, я с вами поделилась. Это где-то выглядит так. Мама. Grazie al pubblico che mi ha supportato oggi, mi piace molto giocare qui, mi piace molto giocare di sera, anche se fa molto caldo oggi, ho bellissimi ricordi qui perché qui ho vinto la mia buon pranzo.